У православных наступил Великий Четверг. Сегодня все верующие стремятся приступить к святому причастию. По преданию, в этот день Христос установил главное таинство Церкви – таинство Евхаристии. Вечером во всех православных храмах пройдет самое длинное в году богослужение – чтение 12 Евангелий, в которых описываются последние дни земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и погребения. В эти дни верующие готовятся к встрече главного христианского праздника. Красят яйца, пекут куличи, приготавливают Пасхи и убирают свои дома. Ведь Великий Четверг в народе называют еще чистым. Эти последние, самые насыщенные богослужениями дни после продолжительного 40-дневного поста, предваряющего главный христианский праздник – Светлого Христова Воскресения.